Вадим Васильев из Кировска особенный с детства, но это не мешает ему радоваться жизни. Позитивный парень, занимается музыкой и очень любит спорт. Полоса препятствий на турслете для него самый лучший подарок. Бегать нравится. То, что можно побегать, побегать по кочкам, там, по веревкам полазить. Вот это мое самое любимое занятие. Я в свою команду верю и... Моя команда самая сильная, вообще команда города Кировска, она самая сильнейшая вообще среди всех команд. Тематический фестиваль, посвященный 75-летию освобождения Беларуси, собрал полсотни людей с инвалидностью из разных уголков Могилевской области. Организаторы предложили участникам погрузиться в военную эпоху и приложили максимум усилий, чтобы все было реалистично. Мы хотим показать, донести до народа, до людей, что они тоже понимают, знают, как этим можно... гордиться. Они гордятся своим народом, нашей победой, наших отцов, дедов, прадедов. Они хотят показать, что все могут и все такие же, как мы все обычные люди. Обустройство бивака с акцентом на милитари и конкурс фотогазет с отсылкой в прошлое – еще один повод вспомнить тех, кто шел на смерть, сражаясь за нашу жизнь. Ну а день, проведенный под открытым небом в компании тех, кто не видит преград для общения, для людей с особенностями – настоящий праздник. Мария Бересневич, Максим Галеон, Кабабру. Русск 360.